Pociąg lokalny ze stacji Minako Nagai do stacji, dopóki pytania Frozenboka się nie skończą, wjedzie na tor. Pierwszy, przy peronie, pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 16:47. Pociąg lokalny ze stacji, dopóki pytania Frozenboka się nie skończą, do stacji Nakami, wjedzie na tor, trzeci, przy peronie, drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Odjazd pociągu będzie tylko po pełnym zakończeniu zadań od Frozenboka w Discordzie. Или спортивной гимнастике используется бревно? Художественный. Верно. В техникуме получают среднее специальное или высшее образование? Верно. Согласно выражению, из-под чего обещают достать очень нужную вещь или человека? Коичи фюст. Верно. В каком городе находится оружейная палата? Вавилон. Верно. Какая кислота придает лайму кислый вкус? Верно. Банк. Как иначе называют белых муравьев, которые на самом деле родственники тараканов? Поехали. Верно. Каким видом спорта мы все больны, согласно песне группы Сплин? Вот такой дела души. Бывает и так. Но у нас есть группа поддержки, а там люди смотрят кино, у них есть на это время и силы. Сейчас мы узнаем имя этого режиссера. Пожалуйста. Неверно, гандбол. Как называется инструмент для автоматического завертывания шурупов? Верно. Как расшифровывается буква «С» в экономической аббревиатуре НДС? Станислав Белковский. Верно. Банк. Одно из семей тюленей называется глазастые или ушастые? Увы, друзья мои, Дрейк поступил совсем иначе. Я готов поговорить с вами. Я думаю, что у вас тоже есть какие-то версии по этому поводу. Итак, пожалуйста, ваша версия. Вы Дрейк, что вы делаете? Неверно, ушастый. Функция гриля может быть встроена в бетонную или газовую плиту. Тян. Верно. А волшебники какой страны поведал Фрэнк Баум? Неверно, Норвегия. Верно. Ласточки – это оседлые или перелетные птицы? Оседлые. Верно. В каком веке имели место политические события, вошедшие в историю как Пражская весна? 8. Неверно, в 20-м. Как в науке называется излучение, воспринимаемое человеческим глазом? Светлана. Свет. Как кратко называют Эрнеста Гевару? Кирилл Васильев. Верно. Продолжением какой книги является роман «Скарлетт»? Арест Кипренского. Верно. Банк. Назовите крупнейшее из озер, часть побережья которого принадлежит Азербайджану. Нет версии. Елена. Каспийская. Каким анатомическим термином советская власть называла зажиточных крестьян? Второй вопрос. Верно. В какой стране родилась актриса Моника Беллуччи? Тоскливость. Верно. Какое оружие бывает крылатым и баллистическим? Колсон. Верно. В танкере или в бруствере перевозят нефть? Верно. Банк. У детей человека молочные зубы начинают прорезаться в возрасте до года или после 3 лет? Нет. Не он. Неверно, до года. США или Мексика поделены на большее число штатов? США. Верно. Фонд защиты детей ООН обозначается аббревиатурой МВФ или ЮНИСЕФ? СССР. Верно. Какое имя носила верная жена Одиссея? Кира Ярмыш. Верно. Банк. Время вышло. Вы успели положить деньги в банк. Неплохая разминочка. В этом раунде вы смогли заработать 50 тысяч. Раунд второй. У вас в банке 50 тысяч. Назовите крепость в центре Лондона, заложенную Вильгельмом Завоевателем. Вестминстерский дворец. Верно. Сколько ног имеет альпака? 3. Неверно, 4. Назовите город, изображенный на картине Марка Шагала «Над городом». Юля, вы знаете героя нашей сегодняшней программы? Неверно, Витебск. Какой язык самый близкий родственник словацкого? Ваша версия. Неверно, чешский. Какой президент США завершил свою речь в Западном Берлине в 1963 году словами «Я берлинец»? Дмитрий Гудков. Верно. Молекула состоит из атомов или капелек? Тям. Верно. Каким словом из 4 букв называется площадка для боксеров? Кнур. Верно. Банк. Другом какого заглавного персонажа был Гекельберри Финн? Владимир Осечкин. Верно. Размеры Земли или Луны впервые рассчитал ученый Ирдосфен. Неверно, Земли. Неверно, Земли. Роль Дукалиса в сериале «Менты» исполнил Сергей Селин или Андрей Федорцов? Юрий Магаршак. Верно. В каком веке жил Иван Грозный? Нет версии. Вопрос трудный. Давайте посмотрим на экран и узнаем правильный ответ. Неверно, в 16-м. Закончите крылатую фразу с милым рай и...
Верно. Аревуар по-французски означает «здравствуйте» или «до свидания». Верно. Какое сооружение есть в названии песни группы «Ария» о гладиаторах? Пропасть. Верно. Банк. Какую максимальную степень неизвестного можно встретить в квадратном уравнении? 4. Верно. Как называется и деталь соединения двух труб, и элемент одежды, в котором греют руки? Не вспомнили никого. Неверно, муфта. Empire State Building. Это офисный или жилой небоскреб? Верно. В какой стране находится музей ветряных мельниц Занцесханс? Полная тишина. Верно. Какой фильм Марк Захаров снял по пьесе «Дракон»? Матомете икитай то омаймас. Верно. Банк. Сердце или головной мозг исследуют при помощи энцефалографии. Верно. Какой экспонат Лувра был найден в 1820 году на острове Милос в Эгейском море? Статуя Венеры Милосской. Прозвище «Креститель» носил Иоанн или Иаков? Максим Кац. Верно. На каком языке писал свои басни Ла Фонтен? Итана китай-то мой масс. Верно. Банк. Время вышло, вы успели положить деньги в банк. Но вы упустили возможность заработать 50 тысяч в этом раунде. А вот и нет. Раунд третий. У вас в банке 100 тысяч. Название какого плода переводится с итальянского как «золотое яблоко»? Неверно, помидор. Электролит проводит или блокирует электрический ток? Верно. Как называется крепость в центре Казани? Верно. В каком российском музее хранится картина Леонардо «Мадонна Бенуа»? Верно. Традиционные пожарские котлеты готовятся из курицы или баранины? Верно. Кто руководил Советским Союзом с 1964 по 1982 год? Верно. Искусственным языком является эсперанто или хинди? Верно. Закончите название романа Бориса Васильева «Не стреляйте в белых»? Верно. В каком норвежском городе расположен музей кораблей викингов? Верно. Банк. Раунд четвертый. К этому моменту вам удалось заработать 150 тысяч. О каком насекомом спел в фильме «Обыкновенное чудо» Андрей Миронов? О бабочке. В какой стране находится Гаронская низменность? А мешочек с волшебным песком остается у меня. Ребята, будьте внимательны. Неверно, Франция. Назовите автора повести «Чарли и шоколадная фабрика». Японский городовой. Роальд Даль. Сколько человек входило в группу «Электрон транспорт Шерриан»? 20. Верно. Роль какой юной волшебницы в фильмах о Гарри Поттере сыграла Эмма Уотсон? Сталина Гуревич. Верно. Как расшифровывается сокращение ЧТД, встречающееся в доказательствах теорем? Совершенно верно. Верно. Клоуны или дрессировщики принимают участие в цирковом номере «Антре»? Верно. Банк. За достижение в какой области вручается российская премия «Ника»? Неверно, кино. С какой частью света тишина соединяется с Суэцким перешейком? Полная тишина. Верно. Женя Лукашин в фильме «Ирония судьбы» был учителем или врачом? Рязанов. Верно. Какой регион России самая большая по площади административная единица в мире? Вас ждут вопросы по географии. Неверно, Якутия. Назовите главного героя повести Пушкина «Капитанская дочка». Артем. Верно. Из выпуклых или утопленных точек обычно состоит шрифт Брайля? Нет. Верно. Трицепс – это мышца на руке или ноге человека? Трицепс. Верно. Кто исполнял главную женскую роль в фильме Люка Бессона «Пятый элемент»? Верно. Какую фамилию носят брат и сестра Карина и Артур, дрессировщики знаменитой династии? А теперь подумайте и скажите. Верно. Какие нелетающие птицы угнали в Антарктиду корабль в мультфильме «Мадагаскар»? Совершенно верно. Верно. Банк. Название какого произведения Лукьяненко совпадает? Время вышло, я не успеваю закончить вопрос. Ваш банк, естественно, приняли. Tesco. Для тебя. Для нашей родины. Кефир фирмы Zotst. Есть того 300 грамм. Jest zrobione z zgniłych truskawek. Nie da się otworzyć. Nie testowano na zwierzętach, mogłoby im zaszkodzić. Cena 25 srebrników Kazimierza Wielkiego. A oto najnowszy telefon od Huawei. Huawei P30. Zawiera akumulator 8000 mAh, aparat minus 100 megapikseli, Bluetooth, 4G i Androida 9.1 Pie. Dodatkowo dostępna wersja Huawei P30 Lite, jeżeli zakupisz do niej słuchawki oraz powerbanka. Dostępne w sieci plus, cena 400 zł co wtorek, u nas płacicie raty. Do opłacenia polecamy bank Ambergold, płyty CD z kolędami. Zawiera pół kolędy.
W niej jest 70 płyt CD oraz dwie dyskietki. Kolędę śpiewały siostry godlewskie. A oto ich próbka. Jezus malusienki, leży wzrok stajenki, płacze z zimna, nie dałamu. Uwaga! Jeżeli włożysz płytę do magnetofonu, możesz się pożegnać z tym sprzętem. Cena 575 karpiów ormiańskich. Zeszyt do szkoły. Jest polecany przez nauczycieli. Jest stosowany przez wszystkie szkoły w Rosji. Nie da się otworzyć. Jeżeli to otworzysz, pójdziesz do więzienia za podpisy. Dalej by miało pomogło. Dodatkowo długopis, który należy kupić osobno. Cena 7849 albańskich dolarów. Pilot do telewizora. Jest firmy Sony. Bardzo podręczna klawiatura z liczbami oraz przyciskami plus i Bogdana. Znakiem plus dodajesz kanał, znakiem Bogdana. Usuwasz kanał. Na ekranie wyświetla albo czas do wybuchu bomby, tak, jest bomba w tym pilocie, nazwę kanału oraz czas atomowy. Dodatkowo kalkulator, jeżeli kupisz coś powyżej biliona. Cena 98 parówek za baterię, tylko to jest związane z pilotem. Towar będzie 30 lutego 2019, bombki na choinkę. Jest w dwóch wzorach, ten, oraz ten z godlewskimi. Nie zawieszać na choinkę. Sprzedajemy po sztukach. Nie ma zawieszek. W środku jest nierozbrojona bomba. Dodatkowo zawieszka na choinkę, jeżeli zapłacisz za nią w stacji benzynowej w niedzielę. Cena 99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 9
Раунд пятый. В вашем банке 200 тысяч к этому моменту. Слепые или глухие, согласные, имеются в русском языке. Верно. Какое культурное растение иначе называется послен клубненосный? Аннулирую ответы. Верно. Кто был режиссером фильма «Ширли Мэрли»? Гайдай. Меньшов. В какой музыкальной группе начала свою карьеру Алена Апина? Верно. Работа скульптора Мирона называется «Дискобол» или «Футболист»? Стакановец. Верно. В каком веке основан Санкт-Петербург? 184 очка. В 18 веке в составе пехотного взвода меньше или больше 100 человек? Это неправильный ответ. Неверно, меньше. В фильме «12 стульев». Вопрос. Крачковская сыграла мадам Грицацуеву или Эллочку Людоедку? Кристина Астафурова. Верно. Ананас – это древесное или травянистое растение? Верно. Какая поп-группа некоторое время называлась «Алма-Ата Студио»? Кефир. Верно. Политическим лидером какой страны был Фидель Кастро? Но еще не поздно все изменить. Неверно, Куба. Какой космодром изображен на оборотной стороне современной купюры в 2000 рублей? Рахальцитовика, не? Космодром Восточный. В каком фильме Георгия Данелии звучит фраза «Скрипач не нужен»? И шпагу. Верно. Какое погодное явление стало названием одной из пушкинских повестей Белкина? Это неправильный ответ. Неверно, метель. Сколько предсердий у человека? 22. Неверно, 2. Останкинский район Москвы назван по болоту или селу? Облыв. Верно. Какое воинское звание стоит между контр-адмиралом и адмиралом? Марс. Верно. Банк. Какой город крупнее по численности? Время вышло, я не успеваю закончить вопрос, но вы успеваете положить деньги в банк. Правда, сумма в банке у вас в этот раз очень смешная. 2000 рублей. Неверно. 50 тысяч. Раунд шестой. У вас в банке 250 тысяч. Назовите британский пароход, затонувший в 1900... Get up and walk the hell out! Верно. Что чистили ваксой? Кос. Верно. Эпоха оттепели в СССР началась при Хрущеве или Горбачеве? Артемий Троицкий. Верно. Предшественницей какой игры считается Чатуранга? Двойная игра. Верно. Банк. Какая российская певица с песней «Миллион голосов» заняла второе место на конкурсе Евровидения 2015? Оксана Михайловна. Верно. В какой стране расположен вулкан Фудзияма? Митчайсо. Верно. В каких единицах системы Си измеряется электрическое сопротивление? Благодарю вас, Сергей, ваша версия. Неверно, в омах. Какой персонаж описан в сказке так? С двумя горбами, да с аршинными ушами. Ковалев Алексей. Верно.
У какого дня недели самое короткое название? Тишина. Верно. Направление чего указывает старый Томас на ратуше Таллина? Мордорские новости. Верно. Банк. Художественное течение? Борис Абрамович. Появилось в начале Ренессанса или в его конце? В конце. Верно. Какая пустыня занимает большую часть государства Ботсвана на юге Африки? Полная тишина, никаких подсказок. Верно. В какой священной книге из женщин названа по имени только Марьям? Ура, товарищи. Коран. В каком государстве находятся города Севилья и Валенсия? Ядвит, Мадвит. Верно. Песни какого барда вошли в альбом Григория Лепса «Парус»? Алексей Лапшин. Неверно, Высоцкий. Назовите библейского царя, при котором был построен Иерусалим. Неверно, Соломон. Время вышло. Ваш ответ правильный. Раунд 7. У вас в банке 300 тысяч. Какое имя носил друг Онегина поэт Ленский? Денис Греков. Владимир, какой алкогольный напиток дал название провалившемуся нацистскому путчу в Мюнхене? Пиво студенческое. Верно. В честь какого русского биолога называют один из видов простокваши? Илья Красильщик. Илья Мечников, в каком городе-государстве был написан труд Аристотеля «Политика»? Старичро. Афины. На какой книге приносят присягу президента США? Логика Маркова. Верно. В какой стране находится город Шлиссельбург? Ответ неверный. Неверно, Россия. Какой остров раньше называли Цейлон? Цугцванг. Верно. С кем тайно обвенчалась Джульетта Капулетти? Александр Невзоров. Верно. Самый крупный из соколов – это кречет или сапсан? Это правильный ответ. Верно. Банк. Кто был первым советским чемпионом мира по... Это неправильный ответ. Очень жаль. Неверно, Ботвинник. Каким словом французского происхождения называют экран в аэропорту с расписанием вылетов и прилетов? Более полный ответ. Табло. Какое море есть на карте мира, синее или белое? Красное. Верно. Символом какой системы политических взглядов является буква А в круге? Александр Литреев. Верно. Какая царица правила Египтом вплоть до смерти в 30... Царица Тамара. Верно. Банк. Время вышло. Деньги в банк положить успели, но совершенно не воспользовались возможностью заработать 100 тысяч рублей. А вот и нет. Общий приз сегодня 400 тысяч рублей. Представителям какой профессии, по словам Агаты Кристи, разбитая посуда приносит счастье? Это неправильный ответ. Это неправильный ответ. Правильный ответ – археолог. Какой предмет личной гигиены появился в виде, близком к современному, в средневековом Китае и был сделан из свиной щетины? Это неправильный ответ. Это неправильный ответ. Правильный ответ – зубная щетка. О каком вымышленном острове рассказывает произведение 1516 года, название которого начинается со слов «Золотая книжечка», столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государства. Эссо. Это правильный ответ. Какой остров в античности называли Тринакрия, то есть трехконечная? Третий вопрос. Это правильный ответ. Название какого жанра малой прозы стало именем для поэтессы и исполнительницы своих песен Матвеевой? Сопереживает. Это неправильный ответ. Правильный ответ – новелла. Как зовут младшего сына писателя Виктора Драгунского? Саша Сотник. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Денис. Какое название, сохранившееся и в современной армии, носили средневековые мастера, ведшие подкопы под стены осажденной крепости? Совершенно верно. Это правильный ответ. Какое название способа передвижения напоминает нам о казаках, незаметно подползавших к линии обороны противника для разведки? Слушайте вопрос викторины. Это неправильный ответ. Правильный ответ по-пластунски. Если вы сейчас ответите правильно, вы выиграете. Название какого типа произведений искусства можно перевести с итальянского как «тонкая бумага»? Это неправильный ответ. Это неправильный ответ. Правильный ответ – картина. Если вы сейчас ответите неправильно, вы проиграете. Какой жанр живописи немцы называют «штиллебен»? В буквальном переводе «тихая жизнь». Поехали. Это правильный ответ. После 5 пар вопросов счет равный. Мы продолжим игру до первого проигрыша. Вопросы по-прежнему будут задаваться парами. Итак, играем до первого поражения.
Химик Эдуард Бенедиктус уронил колбу, в которой высохший раствор нитрата целлюлозы образовал на стенках тонкую пленку. Какое изобретение сделал Бенедиктус, увидев, что произошло с колбой? Йогурт. Мы принимаем ваш ответ как верный. Если вы сейчас ответите неверно, вы проиграете. Первый вариант: какого своего изобретения Джон Данлоп сделал из старого поливочного шланга? Давайте ваш маркер и занимайте свои места. Это неправильный ответ. Правильный ответ – шины. Сегодня вы самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой 400 тысяч рублей. Радио. Койчи.